Торжественный новогодний прием главы Азовского сельского поселения состоялся 19 декабря в зале Дома культуры станицы Азовской. Новый год и Рождество Христово – одни из самых любимых праздников в нашей стране. Это время подведения итогов работы, а также надежд и планов на будущее. Наша задача моей команды – это чтобы народ, который здесь живет, жил как можно лучше, чтобы меньше у них было проблем. Я желаю вам всем, прежде всего, мира. Это самое главное в нашей жизни. Учителям, чтобы они воспитывали наших детей совместно с нами. Казакам, дружбы. С праздником вас! Посетил праздничный вечер и глава района Адам Джарим. Он отметил, что год непростой, но все обязательства по каждому поселению в большинстве своем выполнены. Также глава обратился со словами поздравления к активу поселения. Поблагодарил за хорошую работу в уходящем году. Что мне хочется сказать? Может быть, уходящий год для кого-то был трудным, для кого-то был легким. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы. Чтобы все друг друга ценили, любили, уважали. И с трепетом относились друг к другу. Здоровья вам, вашим детям, внукам, родным и близким. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом! С Рождеством вас! С ответным словом главе района обратилась депутат муниципального образования Северский район Алевтина Байкова. За весь период моего депутатства не рассматривалось столько вопросов улучшения комфортной среды для жителей Северского района. Это десятки поселений, где выделены участки земли, выделены денежные средства. Когда мы будем заниматься не только коммунальными проблемами, такими, понятное дело, никогда не закончатся, они насущные. Но это и проблемы проведения досуга наших односельчан. Это очень приятно. Самым активным жителям Адам Джарим вручил благодарственные письма. Продолжил вечер праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Азовского дома культуры. Песни и танцы на сцене только на новогоднюю тематику.